тебя собрался снимать, а ты ко мне попой. Продолжаем подготовку к одной классик. Тяга акселя с веревками 80, 110, 140, 160. Сейчас предпоследний подход на 140. Катя всем показывает, как делать тягу не надо. Ноги включают раньше времени, но переделать ее нереально. Легче с нуля выучить спортсмена, чем переучить. Она в легкой атлетике много лет делала так, поэтому бесполезно. Я не вижу отсюда. А? Я не вижу отсюда. Тяни давай. 160 последний подход. Не бухти. Да нет, все записываю. Брать, конечно, не удобно. Уже под 60 градусов. 40, 50, 60, 70 последний подход. Это были приседания на груди. До 90 килограмм. Но у меня видео не включилось, я ни хера не записал. Первый раз. Я говорю, первый раз 70. Да.